Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятки, не забываем подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Друзья, слушаем кошка. Почему кошка? Я не знаю, ребятки. Вот сидит человек, молодой человек, розовые волосы, а там кролик его грызет голову. Зачем грызет? Я не знаю, ребятки, зачем он на него напал. Будем слушать и удивляться. Ребятки, ну я не могу не остановить. Во-первых, такой шикарный голос, ребята, да? Так красив, такой голос у него, ну какой он умница, да? Красивый голос, такой звонкий, не знаю. Очень красивый голос, музыка красивая, интересная. Давай слушаем дальше трек. Боли станет шрамами на теле, и все, что он оставил после капли на постели, таблетки в перемешку со слезами в дни недели. Затопил огромный телев, а память по вам боли станет шрамами на теле, и все, что он оставил после капли на постели, таблетки в перемешку со слезами в дни недели. И ты все бываешь, что встретишь старость к одиноким, ты знаешь, ни в какую не выходит из берлоги. Мой комнатный кошмар живет внутри твоей утробы. Затворил окно в сугробы, и ты все бываешь, что встретишь. Ребята, ну что скажу, вот хочу немножко остановить и сказать кое-что, да? Челка на глаза, говорит, действительно глаз его не видать, ребятки, да? Ну почему-то он про кошку поет, не про кролика, а здесь кролик вцепился ему в голову, не знаю почему, ребятки. Он поет о жизни, что будет у него, что в жизни происходит его, понимаете, ребятки? Голова болит у него, видать, вот откусил он его, да? И он говорит, лекарство пить надо, давление, наверное, ребятки, обезболивающее. Я так думаю, ребятки, так думаю, ребятки. Ну все нормально будет, я думаю, потому что анальгин вот... аспирин, наверное, ребятки. Потому что, видите, напал. А зубы какие? Видите у него, у кролика-то? Давайте дальше смотрите, ребятки. Если старость одиноким, не знаешь ни в какую, не выходит из берлоги, мой комнатный кошмар живет внутри твоей утробы. Челка на глазах, я с тобою спать, нам сегодня все, нам с тобою все. Thank you.
ребятки, трек прослушали. О чем трек? О кошке, о кролике. Откусил он его, ребятки. Он лег отдыхать, ребята, откусил прямо его, да? И у него плохое самочувствие. Выпил лекарство. Ну, полегчало, конечно, ребятки. Но я сказала, голос у него очень красивый. Музыка спокойная такая. Я слушала, ну, мне понравилось, ребятки. Я рекомендую, друзья.